Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым випуску. Знову лепше. Гомель у черговий раз став переможцем республіканського конкурсу по добропорядкуванні. У Гомелі пройшли урочисті мероприємства, присвячені Дню державного герба і державного стяга Республіки Білорусь. Супрацовники МНС провели забавляльне мероприємство, присвячене Міжнародному дню сям'ї. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Гомель признаний лепшим обласним городом по санітарним стані і добропорядкуванні. За перемогу у республіканському огляді він узнагороджений спеціальним вимпелом і грошовою премією у поміри 8 тисяч базових величинь. По вулицях лепшого города Білорусі проїхав Олег Сінцюров. Упрыгожваннем горада гамічане займаліся заўсёды, праўда, у адпаведнасці з патрабаваннямі свайго часу. Ось гэтая скульптура створана яшчэ да вялікай айчыннай вайны. Хлопчык і дзяўчынка, якія назіраюць за пінгвінамі, верагодней за ўсё, у зоапарку. Яким чином гэтая скульптура захавалася до нашага часу, сказаць цяжка, але з кропкі гледжання гісторыі гарадской архітэктуры яна і сёння магла б стаць адметнай асаблівасцю Гомеля. Тым больш, што скульптуры тут заўсёды любілі і знаходзілі сродкі для іх устаноўкі. Яшчэ адна мясцовая славутасць – фонтаны. Яны адкрываюцца практычна штогод. Сёлета, напрыклад, пасля капітальнай рэканструкцыі пачне функцыянаваць адноўлены фонтан у скверы імя Грамыкі. Увогуле, каб пацвердзіць статус лепшага, Гомелю прыйшлося вытрымаць даволі жорсткі экзамен. Рашэнне прымалася згодна з ацэнкамі, якія выставлялі каля 10 міністэрстваў і ведомстваў, ад Мінпрыроды і Міністэрства аховы здароўя да Міністэрства архітэктуры і дзяржкаммаёмасці. Важна ўсё і транспартная інфраструктура, і аб'ёмы перапрацаваных адходаў. Предприятие наше спецкомтранс уже несколько лет является лидером в Республике Беларусь по сбору, переработке, вовлечению в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Один из разделов усмотра конкурса – ночное оформление города. Мы здесь тоже лидируем. Все помнят по Новому году, как мы подготовились, какой город был, какой иллюминационный, какие подсветки зданий. З вышыні птушынага палёту гэта бачна асабліва добра. Гомель сапраўды зялёны горад. Прычым нават новабудоўлі на такую сітуацыю практычна не ўплываюць. Гамельчане не толькі імкнуцца захоўваць ужо існуючыя насаджэнні, але і штогод высаджваюць тысячы новых дрэў. Увогуле за апошнія 5 гадоў горад ужо ў трэці раз становіцца лепшым у рэспубліканскім аглядзе санітарнага стану і добраўпарадкавання. А таму вымпел пераможцы, атрыманы ў мінулым годзе, зноў застанецца ў Гомелі. Што тычыцца гамельчан, то яны намаганні мясцовых уладаў падтрымліваюць і самі імкнуцца зрабіць горад утульным для жыцця. За апошнія 2-3 дзесяцігоддзі, кажуць, ён відавочна змяніўся ў лепшы бок, і гэта вельмі прыемна. Благоустроілі наш парк цэнтральны, набережную очень красивую, і вечарам уже падсветка ёсць очень красивая, хорошая. Я бы сказала, что, конечно, чистота в городе очень хорошая, цветов много. Садят летом вообще очень клумбы такие ухоженные, красивые. Конечно, конечно, не сравнить, что тут говорить. Естественно. Гомель красивый город. Я в нем живу всю жизнь, 62 года мне скоро, и я горжусь своим городом Гомелем. Апрача Гомеля у своих категориях, якія залежаць от колькасці жыхароў, лепшымі у республіканскім агляде санитарного стану и добропорядкування стали таксама Рогачоў, Житкевичы, Нароўля и Туроў. Олег Сінцюров, Евген Макеенко, телерадокомпания Гомель. У сераду 17 мая намеснік міністра фінансаў Рэспублікі Беларусь Владіслаў Татарынович правядзе ў Рагачове прыём грамадзян і юрыдычных асоб. Звярнуцца з хвалюючымі пытаннямі можна ў райвыканкам па адрасе вуліца Інтэрнацыянальная 7, кабінет 102. Папярэдні запіс ажыццяўляецца па нумарах тэлефонаў, якія вы зараз бачыце на сваіх экранах. У Гомелі прайшлі ўрачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. Свята адзначаецца штогод у другую нядзелю мая. Сцяг, герб і гімн з'яўляюцца галоўнымі дзяржаўнымі атрыбутамі любой суверэннай дзяржавы. Яны адлюстроўваюць гістарычныя, духоўныя, маральныя рысы нацыі, асаблівасці культуры і светапогляду народа, яго імкненне да самавызначэння і самастойнага развіцця. У Гомелі святочнае мерапрыемства, прысвечанае Дню дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, прайшло на галоўнай плошчы горада. Па традыцыі, адной з частак святкавання стала ўручэнне членскіх білетаў БРСМ і грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Рады Маладзёжнага Саюза папоўнілі 12 гомельскіх школьнікаў. Я патрыот, люблю сваю страну, і мне гэта вельмі важна, вступленне в такую арганізацію.
Сегодня означается Международный день семьи. Заснованный он был в 1993 году на Генеральной Ассамблее ООН. Гомельское отделение Белорусского фонда миру сегодня с нагоды Дня семьи проводит доброчинную акцию в Кармянском районе. 10 семьям-переможцам у разностайных номинациях будут вручены подарунки и подяки от громадской организации. Дарэчы, летась по дадзеных Галоўнага статистичного управления Гомельской области у регионе заключено больше за 9 тысяч шлюбов. Средний узрост громадян, которые упершиню уступают у шлюб, склав 25 годов у жанчын и 27 у мужчин. Головным призначением семьи принято лишить нарождение и выхование детей. У 2016 году на свет з'явились амаль 18 с половой тысяч немаулят. Средний узрост мати при нарождении первого дитяти 26 годов. День семьи, кохания и безопеки провели супрацовники МНС на базе своего лицея. Адукационно-забавляльное мероприемство для шматдетных семей было организовано напередодні Международного дня семьи. Подробности в материале Ганны Каральчук. Хутка почнется лето, тому поклопотиться об беспечном отпочинку детей у час летних каникулов повинны усе, и у першую чергу их батьки. Миновито у семьи дети отрымливают первые навыки безопеки и повторяют поводины дорослых, тому им потребно бачить только становчие приклады. У сувязи с гэтым выратовальники нагадали детям и батькам, як позбегнуть незвычайных ситуаций, а так само, что робить, коли яны все ж таки сдарыліся. В игровой форме показываем, как надо тушить, как пользоваться огнетушителем, что огонь не страшен, если с ним нормально обращаться. То есть дети могут позвонить, то же самое 101-112, в игровой форме ответить на вопросы, которые они услышат от диспетчера центра оперативного управления. Им расскажут, как себя вести в лифту с незнакомыми людьми. Им покажут антикриминальный блок, где расскажут и о интернет-безопасности, о вреде наркотиков. Им покажут поведение при ДТП и что надо сделать, чтобы всего этого не допустить. До мероприемства долучилось около 100 человек. Это 20 шматдетных семей из Гомельской области. Батьки совместно со своими детьми смогли побывать у ситуациях, максимально наближенных до надзвычайных. Подчас занятка у яны отпрацавали на тренажерах дзені при узнікненні надзвычайной ситуации. Сярод іх были проходжанне дымового покою лабиринта, выклик ратавальников, компьютерное тестирование и тушение пожару вогнетушителем. Мы здесь в первый раз, нам очень понравилось, да, сын? Очень да. Понравилось. Вот, подумаем, как бы после 6 класса, может, сюда придем учиться. Я считаю, что полезны такие выезды для детей и для взрослых. Полезно. Лучше приехать сюда, и как бы, чтобы здесь детям объяснили лучше, чем этого объясняют в школе учители. Сем'ї паспрабавалі свае сілы ў квест-гульні з 9 этапаў і змаглі адчуць сябе ў ролі выратавальнікаў. Усім удзельнікам далі магчымасць апрануць баявое адзенне і патушыць пажар з дапамогай ствала ад сапраўднага пажарнага аўтамабіля. На пляцоўцы фотавідэазоны шматдзетныя сем'і ўдзельнічалі ў здымцы сямейных відэаролікаў, якія застануцца ім на памяць. Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель». Больше за 1000 пионеров и октябрат Гомельщины приняли удел во урочистых мероприемствах, примеркованных до 95-годия пионерского руху. Областное свято началось с урочистой пионерской линейки на открытой пляцовце каля Гомельского державного медицинского университета. Подчас яега на новые гости приняли у шероги пионерской организации 95 пионеров и 95 октябрат. Так само организаторы свята дали старт областной патриотичной интернет-флеш-акции «Я люблю Беларусь». Кроме того, гостей мероприемства чакал концерт, дитячие интерактивные пляцовки, объекты гандлю и послуг. Прокатиться на велосипеде да яшчэ у карнавальным костюме и приемно, и корыстно. У Гомеля отбылся велокарнавал «Вива Ровар». Массовые мероприемства с уделом двухколового транспорта набирают популярность. Аматоров велопоездок на долгие и короткие дистанции становится все больше. С массовостью организаторов не возникло проблем и на гэты раз. Велосипедисты собрались на площади Ленина. Построились и колонны отправились до Лядового палаца. Маршрут пролягал по улицах Советской, Хатаевича и Мазурова. Кто на что здольны. Удельники упрыгоживали и себе, и свои транспортные сродки, на кольки хапала фантазии. У пункте призначения веломаторов чакали забавляльная программа, конкурсы и розыгрыши призов. Гэта и іншыя новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by. Далее в эфире спортивный огляд с новинами спорту познакомить Максим Савин.